Друзья, всем привет! Лечу из Одессы в Киев. Завтра начинается сессия. А сейчас хочу вам рассказать о последних новостях с оккупированного Донбасса. Ну, там все жестко и плохо. Рабочие Алчевского металлургического комбината организовали забастовку. Сейчас расскажу вам подробнее. Вы подписывайтесь на канал, у нас уже 280 тысяч, и мы вместе боремся с кремлевской пропагандой и за Украину. Итак, что происходит? Алчевский металлургический комбинат, там в конце марта остановилась доменная печь номер 5. Запустить ее будет тут теперь крайне непросто, там нет сырья, там уже стоит железнодорожный цех, агло-цех, ну, в общем, там полная катастрофа и запустение. Рабочие объявили забастовку на день так называемых республик в мае, сказали, что поедут, значит, в Луганск бастовать. И тогда им выплатили, друзья, 29% зарплаты за декабрь прошлого года. То есть в апреле за декабрь прошлого года, а зарплата там 18 тысяч рублей, то есть меньше 300 долларов. В общем, и вот 29% им там выдали на руки и сказали, чтобы они там замолчали. Завод этот принадлежит Курченко, беглому украинскому олигарху, он там его отжал. Ну и вот представьте, что там происходит. Такая же полная разруха и в так называемой ДНР. Харцизский трубный завод стоит давно, люди полгода не получают заработную плату, полная катастрофа. Стирол в Горловке, колоссальное предприятие, которое еще недавно было там, ну, при Украине суперприбыльным, фактически стоит с 2015 года. Ну, в общем, полная разруха и запустение. Вы, конечно, там им об этом не расскажу, там в их там пропагандистских новостях, но вы должны знать, что реально происходит там, куда приходит русский мир. Вот так вот он издевается над людьми, вот такие его результаты. Разруха, запустение, уничтожение всего и вся. Поэтому наша с вами задача, конечно, бороться с этим русским миром и не допускать его никуда дальше, да и оттуда его как можно скорее выгнать. Вот, собственно говоря, и все. А мы в это время развиваем страну. Уже 12 Гончаренко-центров работает по всей стране, в том числе в Лимане и в Краматорске, на Донбассе. Там огромный спрос. Я хочу, чтобы вы посмотрели, там бесплатно дети и взрослые учат английский, многое другое. Я хочу, чтобы вы посмотрели видео, как в Лимане занимаются бесплатно арт-практикой дети из многодетных семей. Вот так мы будем развивать Донбасс и всю Украину. Друзья, держим строй, подписывайтесь на канал. И спасибо Денису Казанскому за вот эту информацию про Алчевский металлургический комбинат. Это наш представитель Донецкой области в трехсторонней контактной группе.